Классика в стиле рок. Музыкальный театр представил премьеру спектакля «Орел и ворон». В его основе известная всем со школьной скамьи история о Петре Гриневе. Капитанская дочка Пушкина на красноярской сцене стала рок-оперой. На ее героев авторы решили посмотреть по-новому и поставили себе задачу заставить зрителя думать. Очень здорово звучит, вариаций музыки огромнейшее количество, начиная с каких-то там фолк-историй, заканчивая чуть ли не панк-роком. Главные вопросы новой постановки – что человек может оставить после себя в истории, насколько высоко может летать? Отсюда и название «Орел и ворон» – калмыцкая сказка, которую Пугачев рассказывает Гриневу. Зритель сам задумается, что же ему ближе – короткая и яркая жизнь или длинная и скучная? До закрытия сезона артисты Красноярского музыкального театра покажут премьерную рок-оперу еще несколько раз – 27, 28 и 29 июня. Мы вдруг поняли, что повесть Пушкина не только потому, что она в школьной программе, а потому что Пушкин своим творчеством победил не только пространство, но и время, как сказала Ахматова. И в этом смысле «Капитанская дочка» – прекрасный повод поговорить с нами всеми о том, что нас сегодня, в общем, всех волнует. И для меня это оказалось прекрасной возможностью.